Олег Зубков – человек с необъяснимым даром, сумевший приручить огромное количество животных, живущих на территории парка Тайган. Он может принять роды у львицы или тапком отогнать льва от куска мяса. Зубкову удается присутствовать в 2 метрах от львов во время кормления. Он без опаски может потрепать льва за гриву, обнять львицу или дать льву обнять туриста. Его таланту поражаются даже самые известные дрессировщики мира. Что же случилось? Почему арестовали директора крымского парка Львов-Тайган Олега Зубкова? За что приговорили к лишению свободы? А также разберемся, в чем вина Олега Зубкова. Олег Зубков – человек-лев. Именно так его называют, поскольку он не только находит общий язык с хищными животными, но и водит в гости ко львам посетителей парка. Поэтому любителям сафари не нужно ехать в далекую Африку. Пощекотать себе нервы наедине со львами можно и на Крымском полуострове. В степной части Крыма Зубков построил парк Тайган, где на территории в 23 гектара десятки хищников разгуливают практически на свободе. Об их вожаке Олеге Зубкове ходят легенды. Укротитель тигров и львов воспитывает питомцев вопреки всем законам дрессировки. Разумеется, прогулка к хищникам – услуга уникальная и в некотором роде весьма рискованная. Хотя не менее рискуют и те, кто прыгает с парашютом или плавает с акулами. Директор парка Тайган Олег Зубков знает лично каждого подопечного. Коронный номер – фотосессия верхом на льве. Этот смертельно опасный трюк, конечно, невозможен без присутствия рядом укротителя львов. Хищник буквально не сводит глаз с Олега Зубкова и его волшебного тапка. Зрители вообще не понимают, что происходит, глядя на то, как директор сафари-парка усмиряет львов с помощью тапка. Почему это стало возможным, Олег и сам точно не знает. Но хорошо помнит тот день, когда его короновали львы. После очередной схватки за первенство хищники ранили вожака Прайда Лорда, и Зубкову ничего не оставалось, как самому оказать первую помощь животному. Уже здоровый лев вернул себе власть, но в компании с новым другом-человеком. Они победоносно обошли парк, чтобы все поняли, кто в Прайде хозяин. Так и живут в мире и согласии, без кнутов и заборов. Парки «Сказка» и «Тайган». Все в жизни не случайно. Стремительный переезд и выход из зоны комфорта стали для предпринимателя шансом начать жизнь заново. Сначала в маленьком южном городке Крыма появился вольер с павлинами, удивительными созданиями. А следом супруги решили выкупить у государства неликвидный и заброшенный зоопарк «Сказка». Бизнес предпринимателя рос и размножался. Но как только зоопарк вышел на прибыль, у Олега Зубкова начались неприятности. Претензии к нему имели ветеринарные и налоговые службы, строй и потребнадзор. Но Зубков справлялся. Когда «Сказка» стала одной из достопримечательностей Ялты, пришло время амбициозного проекта – сафари-парка «Тайган». Олег Зубков купил заброшенную воинскую часть возле райцентра «Белогорск», степное предгорье. Захудалая прежде райадминистрация, у которой вдруг появился крупный объект, тут же начала проверки с вручением повесток. Олег в обиду себя не давал, устраивал пресс-конференции, дружил с журналистами, отбивался как мог. Вхождение Крыма в состав России Зубков встретил с энтузиазмом, был уверен, что теперь его оставят в покое. Владелец надеялся, что это даст новый виток развитию предприятия. Однако мечты не сбылись. У Зубкова начались неприятности и тяжелые времена бесконечных конфликтов. Его обвиняли в контрабанде и жестоком обращении с животными, заваливали огромным количеством ветеринарных проверок, требовали снести постройки, штрафовали и даже закрывали парки для посещения туристов. Более 50 судебных разбирательств. Вот история бизнеса Олега Зубкова. Одно дело за другим. В такой обстановке предприниматель умудрялся и дальше развивать любимое дело, без оглядки на политику и обвинения. Некоторые иски от чиновников в судах стали общественным достоянием, с абсурдными формулировками и притянутыми за уши доводами. И вот случилось. Олега Зубкова арестовали в зале суда, как особо опасного преступника, приговорив к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. За что? За то, что в 2021 году мамаша поднесла годовалого ребенка на вытянутых руках вплотную к клетке с тиграми. Малыш сунул пальчик, и тигр поранил его. Фалангу пришлось ампутировать. На Западе за такую халатность матери органы опеки могут отобрать ребенка. А в Белогорском суде мать вознаградили, присудив Зубкову выплатить ей штраф в 600 тысяч. Изначально она хотела 5 миллионов. Хороший бизнес на конечностях своего дитя, вы уж простите. Понятно, что существуют в нашей жизни и безумные мамаши, и недосмотренные дети. Но есть и правила безопасности, которые каждый руководитель должен тщательно изучать и знакомиться с этими правилами посетителей. Если же руководство сделало все для обеспечения безопасности, если все организовано в соответствии с законом, то выяснится, насколько вина лежит на пострадавшем. И она часто действительно лежит на нем.
Человек самовольно, вопреки правилам и предупреждениям, подходит близко к животным или совершает другие действия. Олега Зубкова подвела мечта сблизить людей и животных. Он хотел сделать не как в других зоопарках, когда их мохнатых жителей рассматриваешь издали. Ему хотелось уникальности. Зубков делал невиданное. На ежегодных открытиях туристических сезонов запускал в саванну к львам журналистов, гарантируя безопасность. Чем гарантировал? Да голыми руками. И журналисты дрожали, но шли в громадную клетку сафари. Понимали опасность до капель пота на лице, но верили Зубкову. Так кто виноват в случившемся? Ну и ребенка, и тигра точно отбрасываем. Они вообще тут, пожалуй, заложники ситуации. Безумная мать или виноват Зубков? Пожалуй, Зубков виновен только в том, что искренне надеется на то, что посетители будут вести себя адекватно. Но ни искренность, ни надежда не регулируются законодательством и не входят в категорию судебных понятий. Конечно, он мог бы вообще переместить всех зверей за глухую стену из стекла, чтобы таких происшествий не было. Правда, тогда бы потерялась как раз уникальность парка. Но кого это волнует? А может, так и надо было сделать? В смысле, плюнуть на какую-то там уникальность, поставить столько-то метровые барьеры и никакого общения людей с животными. Потому что особенность многих людей – полагаться на авось. Как-то мне рассказывал один знакомый, побывавший в Турции во время наплыва на тамошний пляж акул. Наших людей, говорил, сразу было видно. Если иностранные туристы бросались в рассыпную из воды, наши наоборот. Пёрлись поглубже с возгласами «Где акула? Где?» Нельзя у нас людям давать возможность общаться с дикой природой. Если же ты это делаешь на свой страх и риск, то можешь, как и Зубков, оказаться крайним. 25 лет назад Олег Зубков начал строить львиное царство с нуля и без всяких навыков. А теперь это цветущий, чистый, счастливый сад и 3000 разных животных, живущих в условиях, близких природным. Ну, в каком еще зоопарке? В вольере у обезьян деревья с грушами. Директор сам развозит еду своим подопечным. Он же и убирает венником львиный помет. Забирает новорожденных от родителей, чтобы вырастить отдельно в детском садике. Это важно, ведь пространство все же ограничено, и малыши могут пострадать. Но главное в Тайгане – неимоверная любовь основателей и директора к своим питомцам и удивительное доверие животных ему. В этом сила и слабость данного проекта. Никто, кроме Олега, не может выйти к диким животным, разнять дерущихся, подлечить больных, забрать у тигрицы детенышей. Все держится на одном этом человеке, на доверии и любви к нему зверей. Как всегда, после несправедливого приговора думаешь, а какова реальная причина? Хотят отжать землю под строительство чего-то, что принесет доход определенным людям? У кого-то на Зубкова зуб? Противостояние властей с владельцем Олегом Зубковым продолжается много лет. Местные власти вынуждают закрыть крымский сафари-парк «Тайган» при помощи бесконечных проверок и штрафов. Причины проверки владелец сафари-парка называет маразматичными и смехотворными. Зубков считает, что его атакуют, нарочно выискивая поводы содрать с него очередной огромный штраф. Сейчас Россия закрыта санкциями. Никаких продаж или обмена животными с другими странами. Все, что есть своего, вот и весь генофонд. В Тайгане живут десятки львов и тигров, в том числе очень редких, исчезающих. Белые львы, белые тигры, есть бенгальские, есть амурские. Это же богатство! Выживаемость выше природной в несколько раз. Все это надо беречь, приумножать, поддерживать таких энтузиастов. А вместо этого давят, травят, таскают по судам. Тут и другой аспект. Олег Зубков – это личность. Он особый, он не формат. Он живет и работает вопреки системе, а система не может с этим смириться. Без доступа к природе, к животным, к траве, деревьям, душа человека будет выхолащиваться. Без доступа к живому не раскрыть человеческие сердца. Такому царству с дикими животными, где можно тискать тигрят и обниматься со львятами, нет места в жутком новом мире. Так что история с Олегом Зубковым, его борьба за справедливость – это продолжение все той же войны за человечность, за свободу личности в тисках системы. Надеюсь, что история не окончена. Хочется верить в справедливость и в то, что это недоразумение в скором времени разрешится. И не верится, что когда Зубков выйдет из тюрьмы, сколько бы он ни отсидел, он утрется и продолжит и дальше без устали трудиться на благо России. В Китае и Португалии его ждут с распростертыми объятиями. Там ценят труд таких людей. И даже если Тайган и сказка останутся, то это будут уже не те жемчужины, которые держал в руках Олег Зубков. Буду благодарен узнать ваше мнение и вашим комментариям, а также просмотром других видео на нашем канале. Оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения и до скорых встреч!